26.07.2017 год. Приехали на монтаж. Фермера 3 на 6. Одна дверь глухая, вторая дверь распашная. Также год назад ставили павильон 3 на 8. Красиво смотрится. Только помидоры только посадили. Так вот, нам выделили помощницу, будет обдирать пленку. Виталия. Восстановлен каркас. Идет подготовка к покрытию листов. Вот Виталик прикрутил уже профиль. Виталий, молодец. Так. Интерес глухой. Таля, что надо пальцами делать? Показывай, покажи как. О, молодец. Все, сейчас будем крыть теплицу. Листы уже порезали. Гоночный монтаж фермера. 3 на 6 с 10 поликарбонатом. Одна дверь открывная. Один торец глухой. Также рядышком стоит еще одна наша теплица, которую ставили год назад. Стоит замечательно. Павильон тоже с 10 поликарбонатом. Выращиваем огурчики. Что-то они какие-то маленькие, правда. Так. Также стоит пластиковая дверь здесь. Виталий там что-то ходит, ватник. Открывная дверь цельная.